хуйня приходит, что у меня случилось. Пизда, магазин в Стиме не открывался. Только из одной причины. Приходит такая хуйня, типа торговые площадки, что у меня за телефон. Телефон в МТСе. Интернет хуёво работает. Подтверждение, соответственно, приходит карточка хуёво. Вот. Я продаю карточки. Вот, заработал. Видите, 18 рублей уже. Вот. И что, типа... Вот. Кто-то пытался, может, взломать из России, ёбаный, или что-то за правительство делало наше. Там магазины блокировало, или, блядь, ВПН, и, возможно, хуй знает, там, возможно, из магазина, с торговой площадки, что, типа, подтверждение, ну, не каждый раз я там никто не подтверждал, но они со мной добавлялись, хотя вряд ли это из магазина. Торговых площадков то как бы не было. В общем, не знаю, что это было. Магазин вообще, блядь, не открывался, как вы это видели. Пришлось полностью, блядь, Steam удалить. И... Последствия, вот. Сидеть целый день, устанавливать игры заново. Причем пиздец просто. Россия!